Привет, дорогие друзья, с вами Женек. Вот уже подходит к концу раскачка. Возможно... Да что там возможно? Сегодня я уже буду 60 левел, но уже если вы смотрите эту видюху, я уже давно 60 левел. Сейчас я качнусь в плагах, у меня там элитные квесты недоделаны, я их постараюсь доделать. Так что, ребята, садитесь поудобней и начинаем просмотр. Так, ребятушки, всем здрасте еще раз. Делаем квест, значит, добиваем 60-й. Элитный квест, вот Hero of Darkshire. Нужно найти реликвии, щит и книга. Щит, значит, вон торчит. А книга вот аж здесь. Ну, это попажа. И я надеюсь, сегодня апну 60. Все, валимся. Нормально, нормально. Хоп, все отлично. Кенат подошел, мой хороший знакомый. Сейчас снимем с него все, всю каку. Так, призраки тут всякие. Сейчас все, чуваки, сделаем. Сейчас я тут сконцентрирован. Да ё-моё, что такие призраки жесткие? Так, все, берем щит, мыло, оп, есть, Говандерал, оп, ну там лича убить. Так, лич, он помнится в центре, элита, его окружает всякие бомжи, оп. Сейчас быстро прорвемся, это всю эту шляпу мы замолотим, нежить. Видите, опять мы вернулись в нежить, все-таки в селиткусе как-то мне не очень. Поэтому надо спасать Азерот от нежити. Блин, чаш великая вещь все-таки. Очень экономит время. Там хоть эти секунды, даже какие секунды там. Макросекунды эти, миллисекунды. Так, а где же? А, не туда мы пришли. Сюда меня бить. Так, бьем этого говнючка скелета. А, это скелет воин. Мы его сейчас на изи убиваем. Переагрим. Хоп. Так, стоп, он в центре, да? Вот. А, вон он. Ой-ой-ой-ой-ой, вся шарага. Не, должны размолотить. Должны. Не, в принципе фигня. Конечно, так, вот минус один уже ушел. Сейчас второй уйдет. Не, вообще шляпа. Даже париться не надо. Ну, три привидения фигня. Главное, что понимал, не усасывал. Ну давай. Оп, спешом. О! Нормально. Оп. Все, супер. Отлично. Да блин! Я в говне вот там, в нове. Тихо. Что за говно? Вот жопа. Надо скилл, наверное, свой. Юзать. Ой-ой-ой-ой-ой. Банка. Все, убили. Хорош. Гном, иди нафиг.
Во! Отлично! Так, на север. Идем в Харбин. Вот сюда. Вот, ребятки, мы в Харлингле. Этот город, кто играл в третий варик, надо было полчаса сдерживать. Там миссия за Альянс. И вот. Но видите, тут эти Скарлеты захватили город. Блин, тут вся элита. Ё-моё. В городской ратуше квест. Надо забрать, то есть щит мы забрали. И книжечку. Только я вот не знаю где. О! Еще и квест на эскорт. Так, городская ратуша. Ну, по варику третьему мы узнаем городскую ратушу. Кстати, а вот она. Это казарма. Вот ратуша. Ну, по идее. Так, городская ратуша. Вот, кстати, баллисты со второго варика. Ну, вот ратуша, вот она. О, убьем вот этого бомжа. Ох ты, там еще одно зацепили. У Хант, давай, а почему Хант не ДПС? Не ДПС, а что-то. Что-то пытается, корчится. Хорош. Опа-на, плей. Ну да, это казарма. О, что, я выпуливаю. Петрисайд. Угу. Так, ну что, пошлите юзать аккуратно. А, не понял. Значит, через стену. Оп. Все, пускай меня гасит. Блин. Ну, вытяни ее, блин. О, в пороге стоять, как воры прям. Мы ж не воры. Мы доблестные сыны Орды. Так. Есть. Так, дальше пойдем по квестам. Следующий квестик вот этот. Вот, надо шлепнуть элитную, огромную летучую мышь. Ее дает нежить. Там какой-то рога крутой. Вот, так она вообще огромная. Надо же. Кто, блин, молчанку вешает, зараза. Ого! Вот это проседаю. Вот это просет пошел. Жестко. О. Да блин, сало вешает, блин. Ну, понты осталось. Все, убили. Почти 300 хп. Ну, дайте крита какого. Инвентория с фулл. Это говно. Так, хорошо. И тут же можно вот этому чурбану сдать. И так. И вот этого бомжа убить. Берил Гора, он, по-моему, вот тут вот. Че, надо искать, блин. А вот Билгор этот, Билфигор, говногор. We'll be right back.
ты! Нет. Че, он добивает ее? Да ладно. Ща помогу. Ща ворвусь. Ща флоун стану. Все, пошел. Ну должны. Куда? Давай. Есть. Отлично. И остался курьер. Кримсон курьер. Ух, это жесть. Вот это жесть. А вот говнюшки идут, патруль. Смотрите, раз, два, три, пять элит. И дура это на кобыле. Хм. Пять элит, как их брать-то? Да, долго мы выслеживали их. Опа. Вот говно. Бежим. Хотя... О, нормально. Сцепили. Сейчас попробуем уж завалим. Все, нормально. Ну, тычка есть. Аквамарин. Ну, этих сейчас набью. Все, сдаю я эту шляпу, все, курьера. Оу, Акс. Ну, блин, возьмем, ладно. Будем квесты сдавать. Эх, вот и все, ребят, осталось чуть-чуть. Последние крополя. Ну, я сейчас тупым качем добью. И все, у меня 60 левел, ребята. Но, знаете, это не конец, это только начало пути. Ведь достигнуть хай-левела это не то, что там, ну, знаете, как игру пройти. Нет. Перед вами открывается вот все, мир Варкрафта полностью перед вами открывается. Игра только-только начинается на хай-левеле. Так что, ребята, будут новые серии, новые прохождения, новые приключения уже. То есть перед нами открывается весь мир Варкрафта, классического Варкрафта, ребята. Спасибо всем за поддержку, что писали, комментили, лайки ставили. Это очень меня вдохновляло. Спасибо вам, ребята. Берегите себя, ребята. До новых встреч.